Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале Дача Супер. Сегодня я предлагаю вашему вниманию простой и вкусный салат «Довольный мужчина». Салат мясной, главный его ингредиент – куриное филе. 2-3 яйца, баночка кукурузы консервированной, 2 свежих огурца, зелень, чернослив, 100-150 грамм, я его предварительно замочила. Если он мягкий, замачивать не надо. Немножко грецких орехов. Заправка будет состоять из сметаны, горчицы, и соль, и перец по вкусу. Огурец нарезала кубиком, отправляю в салатник. Этот салат можно выкладывать слоями, но я буду сразу все смешивать в одной емкости. Чернослив тоже мелко, не назовешь его кубиком, но постараться помельче измельчить. Зелень мелко, грецкие орехи. Я измельчаю ножом, можно сделать из них крошку, буквально 5-6 орешков, много не надо. Яйца нарезаю кубиком к остальным ингредиентам. Куриное филе можно порвать на волокна, либо порезать вот так помельче, как я это делаю. Филе у меня предварительно было отварено в подсоленной воде. Заправка у меня будет на основе сметаны. 3 столовые ложки сметаны, пару ложек горчицы французской. Салат я не солила, соль и перец буду добавлять в заправку. Пол чайной ложки соли и где-то также черного молотого перца. Перемешиваю. В эту заправку еще можно добавить соевый соус по желанию. Заправка готова. Салат перемешиваю, заправляю заправкой. Оригинальное название салата «Довольный мужчина». Но я думаю, что от этого салата получит удовольствие не только мужчина и не только голодный. Приятного аппетита! Спасибо за внимание! Всего доброго! До свидания!